друзья, приветствую всех на духовном завтраке из столицы нашей Родины, город Москва. С братьями мы тут были на конференции, которая посвящена благовестию и влиянию церкви на общество. С этим вспомнился один текст из Библии, книга пророка Иеремии, 29 глава, и это будет 7 стих. «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Аминь». Это удивительный текст. Бог вложил в уста пророка, воодушевляя народ, который, кстати говоря, находился в пленении. Однако же мы видим, что Бог дает такое повеление, чтобы народ Божий заботился о благосостоянии города, в котором живет. И каждый может заботиться на своем уровне. Во-первых, как церковь мы можем влиять на наш город молитвой, как сказано в Писании, чтобы мы молились за наш город. Но также, я думаю, нам следует подумать о том, что доброго мы, как церковь, лично каждый из нас может сделать для города, в котором мы живем. Давайте поставим перед собой такой вопрос. Будем смотреть вокруг на нужды, которые есть в городе, и постараемся быть для него ответом. Будьте благословенны во имя Иисуса Христа. Аминь.